Добрый день, с вами DreamSchool TV и я, корреспондент Стасия МДжей. Сегодня мы возьмем интервью Николая Задерея, участника «Голос дети». Скажите, Николай, нравится ли вам работать с Олегом Скрипкой? Конечно, бесспорно, Олег Скрипка очень хороший человек, творческий, у него большой стаж за плечами. У него много советов, он может тебе подсказать, как правильно спеть, везде поможет, всегда поможет. И, конечно же, как может быть не нравится мне с ним работать. Он отличный человек, отличный наставник, отличный тренер, с ним приятно работать. Чему он тебя научил? Знаете, как бы научил, я не думаю, что за такое короткое время можно научить многому, но у него были несколько советов, которые мне помогли перед сценой. Это, к примеру, был такой один совет перед батлами, мне он сказал, что «Коля, песня получается не твоя, неудобная тебе, но тебе надо просто оторваться, найти тот смешной голос, который вот заденет всех». И вот спустя там несколько лет поисков, спустя буквально пару дней я его поискал со своим преподавателем Михаилом Алексеевичем Толмачевым и нашел этот голос, который задел все-таки Олега Скрипки, он меня выбрал. Расскажи, а какие у тебя были чувства во время батлов? Ну, конечно, коленки дрожали, было очень страшно, особенно после выступления. Самое трудное это было, на самом деле, перетерпеть вот этот последний момент, когда уже было обсуждение, потому что самое страшное это услышать про себя негативные какие-то вещи, негативные высказывания. Но после того, как уже все рассказали, я уже был немного поникший в себе, я уже немного не понимал, что происходило вокруг меня, и когда Олег Скрипка говорит, я послушаюсь Иларию, я этого еще не понял, но когда он сказал, я выбираю Николая Задерея, то, конечно, я тогда до меня сразу все дошло, я выпрыгнул из штанов, все было очень круто. Понятно. А чего ты ожидаешь от прямых эфиров? Знаете, от прямых эфиров можно ожидать чего только ты захочешь, потому что будут море номеров, море подтанцовки, море шоу номеров, возможно, даже какие-нибудь фейерверки, еще что-нибудь. Будет все очень круто, и я вам скажу только одно, не пропустите это, потому что это будет на самом деле очень круто. А много ли у тебя появилось друзей? А друзей именно где? ВКонтакте? Не, на «Голос дети». Ну, на «Голос дети» я могу сказать, что все конкурсанты, когда эфир, когда репетиции, мы все встречаемся и все дружим. Ну, не может быть такого, что мы почти целыми днями проводим вместе время и не могли сдружиться. Конечно же, мы все подружились, хорошо общаемся и хорошо проводим вместе время. Как ты проводишь время со старыми друзьями? Знаете, на данный момент у меня нет времени, чтобы проводить время с новыми, со старыми друзьями, с лучшими друзьями, даже нет времени встретиться там, покушать, потому что сейчас все время тратится на репетиции, и это самое обидное. Понятно. А теперь немного вопросов про Новый год. Как ты собираешься отпраздновать Новый год? Ну, Новый год я собираюсь отпраздновать, как и все, наверное, ребята, в кругу своих близких, в кругу семьи. Будет очень много еды, как всегда, там море эмоций, хлопушку кто-то хлопнет в еду, будет очень весело, а потом 2 недели питаться одними салатами. Как всегда. Что ты ожидаешь от следующего года? Опять же таки, я такой непредсказуемый человек, я не знаю, что ожидать от себя через час. Поэтому я не могу наверняка сказать, что можно ожидать от 2013 года. Ну, разве что конца света еще раз. А сейчас поговорим о Dream School. Что для тебя значит эта школа? Ну, Dream School для меня значит, это, конечно, мой любимый преподаватель Михаил Алексеевич, это мои друзья, это хорошее время, которое никогда не потеряется зря, потому что если ты приходишь, и у тебя даже урок когда-то задерживается, всегда есть гитара, фортепиано, веселый администратор, который всегда тебя поддержит в разговоре. Не хотите вы чего-нибудь пожелать нашим телезрителям? Конечно же, я хочу пожелать вам только теплоты, только улыбок. И, конечно же, чтобы вы осуществляли свою мечту и никогда не переставали идти к своей цели. Спасибо, с вами был телеканал Dream School TV и я, корреспондент Стасия МДжей. У нас в гостях был Николай Задерей. Спасибо всем! Микрофон работает? Я не работаю. Да. И что ты? И не надо мне.
что? А как еще? Так, все. Давай еще раз вопрос. Да, тогда бери у меня микрофон, потому что у меня уже рука устала держать его. Я немножко не качаюсь, я думаю, все, давай. Осуществлять. 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 Давай. Что? Это какой-то волос торчит. Из духа. В камеру смотри, в камеру смотри. А ты че их тут записать? У тебя лицо синее. Что ж тебе без собой выгадать? Моя велика, як море, любовь. И я навіть зорям завидую, що можу скрізь милувати з тобой. Солнце.